Массовое бегство призывников в Украине и повальная раздача повесток в некоторых регионах. Бои на Харьковском направлении, Славянск все ближе, а Макрон, Шольц и Драги приезжали, по мнению ряда изданий, склонять Зеленского к определенному решению. В Польше уже истерика у некоторых политиков, видите, не дают все-таки вооружений Украине для того, чтобы защищать Польшу. А также Питерский международный экономический форум. И сегодня ожидается выступление Владимира Путина. Хотя вот какие-то украинские новости, многие уже попали в определенный конфуз в связи с предварительным размещением определенной информации. Но об этом вы тоже в курсе. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины. И не только. 17 июня, 10:00. И начну я сначала вот с интересной такой вот новинки. Вот такая вот интересная модель стиральной машины может быть востребована этой зимой в Европе. Как говорится, и постирать, и согреться, и даже держать себя в хорошей физической форме. Ну и переходим, конечно же, к украинским реалиям. Интересно, что сейчас в некоторых регионах, как сообщают с мест, началась повальная раздача повесток. В Киеве, во всяком случае, пока это не наблюдается, как сообщают, опять же, из Киева. То есть где-то там точечно да, но так, чтобы массово, вроде бы пока еще нет. Хотя уже так же, как в Одессе, запрещают вроде бы посещать пляжи. Ну а тем временем, конечно же, наблюдается массовое бегство от повесток. Причем интересно, что люди просто меняют место проживания, либо всячески пытаются выехать. Причем в разных направлениях, скрываться где-то на дачах. Ну и дальнейшие, как говорится, различные методы для того, чтобы избежать повесток. То есть, либо покупают, опять же, справки, коррупция в Украине также продолжает действовать. Ну а в Одессе и вовсе какой-то провал прям. Был концерт организован в поддержку ВСУ. Можете посмотреть на моем телеграм-канале. Обязательно подписываемся на телеграм-канал, потому что разгул свободы слова и демократии. Там я могу больше. Ну а социологические службы, связанные с офисом Зеленского, отмечают усталость людей от этих боевых действий. Ну и, конечно же, чтобы хотят как можно быстрее это все закончилось. Ну и события на Донецко-Луганском направлении, а также на Харьковском направлении и некоторые маневры российской армии на других направлениях, как говорится, не вызывают оптимизма у потенциальных получателей повесток. Ну и военные эксперты, в том числе американские, западные, в общем, отмечают, что неподготовленные, если кадры, соответственно, отправлять на фронт, это очень мало может изменить как-то обстановку. Единственный расчет, конечно же, администрации Зеленского, как я уже говорил, и как они сами подтвердили, тот же Подоляк, это бои в городах. Но это может только затянуть боевые действия и вызвать еще больше разрушений и жертв. Ну, уже, как вы знаете, Арахамия американскому изданию заявил, что жертв оказывается очень много. Ну и, соответственно, призывники потенциальные все это видят и прекрасно все понимают. А тем временем польские некоторые чиновники прям льют слезы, потому что вот как-то и Макрон заявил вчера, что танков и самолетов не будет. И поэтому польские власти просят, требуют некоторые, во всяком случае, чтобы все-таки увеличить вооружение для Украины, потому что иначе край. Но с другой стороны, польские власти заинтересованы в определенной эскалации, потому что это, опять же, приток трудовых ресурсов, а с другой стороны, ослабление ВСУ. А в этом они тоже заинтересованы на самом деле. Но тем временем издание Welt утверждает, что Шольц, Макрон и Драги не публично убеждали Зеленского договариваться с Россией на определенных условиях. И, как вы помните, так называемые украинские патриоты подозревали в зраднических настроениях Макрона, Драги и Шольца, и обидные, опять же, различные обзывательства продолжаются в адрес уважаемых европейских лидеров. Но то, как именно Макрон убеждал Зеленского, ну это просто вообще стало хитом вчерашним соцсетей. Кстати, интересный ролик по этому поводу, как Зеленский отчитывал европейских лидеров, можно посмотреть на моем телеграм-канале. И, кстати, да, Макрон не исключил, а прямо заявил, что будет опять звонить. И не только звонить, а еще и собирается в случае возможности встретиться с Путиным. Кстати, Владимир Путин будет выступать на Питерском международном экономическом форуме. Интересно, что будут рассказывать те так называемые СМИ в Украине,
когда они уже выдали определенную информацию. Какое их будет оправдание? Ну, опять какие-то, наверное, различные версии о двойниках-тройниках. Ну и, как заявлял Песков во вчерашнем своем интервью, что объявление о мобилизации, как опять же некоторые СМИ преподносили украинские, не будет. Короче, зрады со всех сторон. На этом, друзья, у меня пока все. Подписываемся на телеграм-канал, дальше будет.